Простите меня, пожалуйста. Мне очень стыдно. Да все в порядке. Где твой паспорт? Аля уже едет тебе в квартиру, сейчас привезет твой паспорт, и все будет в порядке. Я его потеряла. Оксана, где твой паспорт? Я его потеряла вчера. Как потеряла? Паспорт потеряла, тетя не встретила. Оксана, давай как-то уже серьезно со мной разговаривать. Я Олеся. Я ехала по чужому паспорту. Сюда его лучше не приносить.